Так, ладно. Здесь у нас ничего нету. Мне в подсказках говорили, что рукопашные атаки могут напугать врага. Что-то как-то незаметно, что они были напуганы, да? Окей, пробовал. Так, сейчас еще нам, блин. Да почему? Второй раз пробую, зашибись. Бред какой-то. Не знаю, что за фигня. Что-то неправильно я делаю просто, наверное. Так, это что это у нас? Слышите музыку? Один ключ. После пожара прошло почти полгода. Значит, так. Да, дневничок его. Рассказывает про то, как они отдаляются от, друг от друга. С Майерой. Какой-то женой, что ли, не знаю. What the... Back here again. Ты что, недоволен, что ли? I must be losing it. Да не, чувак, я просто хочу... Прокачиваться-то я не хочу, а вот... Да, пожалуй, не будем, знаете, немного, мне кажется, прокачка это время отнимает. Так, давайте лучше... Вот так это не надо. Так, что-то... Давайте с этой стороны что-нибудь, вот это. Хм. А вот как раз-таки это не помешает нам. Так, ну все, давайте назад. Давай только... Блин, почему ты так медленно открываешь? Ты меня задражаешь, честно. Все, ну и не будем им прокачиваться. Как-то мне неохота, честно. Немного... На мой взгляд, долго это занимает времени. Так. Так, ну я надеюсь, я ничего не пропустил. Так, а вот тут кое-что интересное есть. Ага. А может и прокачаюсь, смотрите, по 300 дают. Еще давай. Есть. Что-то как-то мина эта тормозная, вот которая вот в этих автоматах немного. Походу здесь ничего, да, насколько я вижу. Так, ну что, все. Kidman? Чё? Так. Ну, хоть что-то оставили нам. Так. Честно, нам сюда, нет? Надеюсь, нам не сюда. Во! 1000. Круто. А, ну все, идем сюда теперь. Тут у нас спичечки. Что, затариваемся, да, затариваемся. Смотрим, набираем себе карманом все это. Банки. Так, нормально. Угу. Наш коллега, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Опять вода. Как я и говорил. А где? А, вот. Так. Ага. Нам туда, значит... Угу.
Ну, значит, сейчас подойдем сюда к краю ближе. А нет, подождите. Вот отсюда давайте. Да ёб, давай. Да и рыба не должна так быстро доплыть, в принципе. Ну да, ну да. Ясно. Так, перезаряжаем. А, нам нечего перезаряжать. Ух ты, ё-моё, чуть не упал. Ну, пистолета вообще патрон мало. Где рыба-то? Нормально, успели. А вот тут у нас... О, вот и патрончики, кстати. Ну, если нам дают... Чё, мне отстреливать их, что ли? Да не, вроде справляется, да? Ну, я надеюсь. Так, ну что? А, значит... Эх. Так, вот тут есть, по-моему, там... Давайте, в общем... Ты где, рыба? А, да что ж за бред-то такой, не знаю, а? О! Так, а что тут добрать? А, ну-ка, если... Смотрите, вон там чувак, значит, мы его скидываем, плывем налево. Правильно? Как правильно. Давайте. Бам! Бляхмух. Да, вы гоните. Быстрее. Fuck. Да ёб. Жри его. А, все понял. Твою дивизию. Блин, я думал, она уже там. Слушайте, ну, вы заметили, мы проходим всех этих монстров всего там со второго раза постоянно. Мне это бесит уже. Почему у нас не получается пройти с первого раза? Потому что торопимся. Так. Кстати, давайте попробуем бутылку сбить. Сейчас, если, конечно, получится. Ну как туда попасть-то? Твою дивизию. А, не получилось. Давайте еще разочек. Не, не то. Ладно, давайте. Первое мы поняли, как что делать. Давайте сейчас жахнем, попробуем. Слушайте, а вот там, по-моему, патроны лежат, да? Так. А мы... Так, давай, давай, давай. О, да, мы не брали здесь. Kidman, hold on. Ну, все, все, мы... Да не, вроде справится, даже, ну, должны, по крайней мере. Так, а, сейчас мы, значит, смотрим, где рыба. А, вон, да. Есть время у нас. Долго залазит он как-то. Так, сейчас пробуем. Как я заметил еще рыбу эту, ой, машину эту, поверхность. Смотрим, рыба там? А, ну она далеко.
Значит, сейчас, смотрите. Давайте сначала этого приманим. Так. Плыви, плыви. А, она уже там, да? И сейчас смотрите-ка. Блях, блях ты, муха. Слушайте, не успели. Что делать-то? Что-то мы с вами не успеваем. Точнее, я не успеваю. Меня это раздражает. Третий раз уже. Что ж такое-то, не понимаю. Не получается у нас почему-то. Какая-то херь. Давайте еще раз попробуем. Смотрите, что делать, блядь. А, стоп. Да все, все, заскриптовано, давай. Слушайте, может на эти попробовать? Хрень, точно. Давайте, знаете что? Значит... Этого мы потом. У меня есть идея кое-какая. Сейчас он тут проплывет. Нигде. Нормально. Так, ну что? Значит, делаем вот так и прыгаем. Так, только здесь бы не запороться. Fuck. Есть. Ах ты, тварь! Слушайте, вот в чем фигня-то. Смотрите-ка. Он сбил их. Ага. А, значит... А, нет, то есть он жив. Эй, да какого? Какого фига это было? Подождите-ка. Слушайте, а ей, по-моему, вообще пофиг. Не, ну чуваки, что делать-то? А, их две! Так, ну все, мне хана. Давайте, знаете что, сейчас сольемся еще раз. И попробуем. Давайте, сейчас мы нас сожрут, наверное, да? Все правильно? Да, так и есть. Так, значит, сейчас тогда мы, знаете, что попробуем? Снять того снайпера. Не думал, что у нас так это все затянется. Блин, как же бесит, а? Когда не можешь пройти просто банальщину какую-то. Сейчас еще, блин, тут не сожрут нас. Так, все, берем. Дальше, что мы сделаем с нашим чуваком? Снайперку берем. Давайте-ка ему таким вот образом. Ну, они его сожрут, наверное, да? Вот. И все. И давайте назад. Жалко, рыбу замочить нельзя, насколько я понимаю, да? Ну, я в этом уверен просто. Все, ну сейчас мы не должны просрать. Это вообще точно. Ну, как сказать точно? Я постараюсь. Все, блин, да убери ты фонарь. Значит, смотрим, что сейчас делаем. Значит, мы делаем... Сейчас он подплывет поближе, а то... Давай же. Да куда ты...
Заметили? Так, меня вот что волнует. Так, знаете, что у меня вот? Твою дивизию. А на них что, нельзя забраться, что ли? Или можно? Подождите. Подождите, неужели нельзя? Так, сейчас посмотрим, значит. Сейчас рыба отсюда плывет. Или кто это вообще? Не рыба даже, это монстр какой-то. Слушайте, вы заметили, да? Почему-то нельзя на них забраться. Либо я просто не могу. По-моему, даже три. Ну что делаем, друзья? Пробуем. А, вот же еще один есть. Точно. Значит, что мы делаем? Мы пробуем. Сейчас следующее будет. И тогда уже рванем.